Надо немедленно выбираться отсюда. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Ладно, идем. Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Смотри, сейчас он что-нибудь сломает. Господи! Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй. Им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Так. Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество, и что камень сделает его неуязвимым, бессмертным. Мы стоим посреди Шамбалы, и ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Нет, не в этот раз. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Ладно, пошли спасать ваш чертов мир. Поехали! Черт, опять! Опять эти уроды! Угрызи, сюда! Назад! Не подпускайте их! Это еще что такое? Он тут крепкий орех, его! Я и так знаю, что делать... Гонзу Мезо! Стреляй, стреляй! Гонзу Мезо!
Назад! Не подпускайте их! К концу города! Черт опять! Назад! Не подпускайте их! Стреляй! Стреляй! Назад! Не подпускайте их! Пускайте их! Стреляй, стреляй! Стреляй!
концу Кагарда! Место! Стреляй, стреляй! Я! О, нет!